Сегодня я открою ваши глаза. Привет от Татьяны, 47 лет. Замечали ли вы, что с возрастом глаза как-то уменьшаются? И белок становится не такой уж и белый. Вроде как и не белок уже вовсе. И они становятся все меньше и меньше, как бы внутрь затягиваются. Мне, кстати, очень часто пишут, что глаза-то у тебя молодые. Да, я работаю со своими глазодвигательными мышцами. И несмотря на то, что я очень много сижу за телефоном, я же все-таки еще и блогер, кроме как специалист по массажу, и у меня глаза устают, но я их расслабляю прекрасными упражнениями, которые мы сегодня с вами разучим. А сейчас посмотрите, пожалуйста, строение глазного яблока. Его окружают глазодвигательные мышцы, с которыми мы сегодня с вами поработаем по принципу постизометрической релаксации. А нам с вами понадобится внутреннее спокойствие. Внутреннее спокойствие, и обязательно сосредотачивайтесь на своих действиях. Вы должны все делать в согласии со своим организмом. Не выдавите себе глаз. Не надо фигачить там со всей силы, несмотря на то, что тело вас не пускает. А всегда мы идем от меньшего усилия к большему. Пробуждайте в себе женскую, мягкую энергию. Правда, мужчины тоже это могут делать. Но мужчины тоже, пожалуйста, очень деликатно, да? Ничего там не дерем. Мы с вами будем делать страшное. Мы полезем внутрь. Но перед этим сделайте, пожалуйста, тест. Круговое движение глазами. В одну сторону, в другую. Почувствуйте, как у вас глаза двигаются. А насколько свободно и легко вам двигать. Теперь мы с вами берем три пальца и проникаемся прямо внутрь глазному яблоку. А за глазное яблоко мы с вами пойдем. И при этом, смотрите, если у вас ткани не пускают пальчики туда внутрь, вы не проникаете туда внутрь. Настолько, насколько пускают. Вот, вам надо захватить глазное яблоко и сделать маленькую вибрацию для того, чтобы глазодвигательные мышцы расслабились. Мы очень любим, массажисты, все расслаблять мелкой вибрацией. Встать, локти на стол перед собой, вот таким образом. Головку повесили, и маленькая-маленькая вибрация. Мы расслабляем с вами глазодвигательные мышцы. Вот я сижу в упоре, а сидим мы всегда с ровной спиной, в упоре на тазовые, на седалищные кости. Сели, спинку разровняли, голову склонили и сидим, делаем маленькую вибрацию. Захватили мягким-мягким движением именно глазное яблоко и слегка его им вибрируете. Вибрируете, вибрируете, вибрируете. Попробуйте погрузиться глубже, ощутить пространство за глазным яблоком. И продолжаем вибрировать. Вибрировать, 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 мягко, мягко, не давим никуда, всегда в согласии со своим организмом, не пугаем свою нервную систему, не надо ее истощать. Если вы испугаете каким-то движением свою нервную систему, она сожмется еще больше. Она еще больше войдет в напряжение, потому что никто, она, это наше подсознание, она не знает, может, вы сейчас с ума сошли, начнете себя ножичком сейчас тыкать. Да? Чуть вы тут больно делаете. А итак, мы сделали с вами такое движение. Когда вы открыли глаза, может быть, даже как-то все будет мутно видно, ничего страшного. Главное тоже, опять же, не переусердствуйте, с меньшего усилия. Мы с вами подготовительное упражнение делали, сделали, переходим к основному. Расслабляем по принципу постизометрической релаксации. Мы приводим в норматонус, да, мы сначала вибрации расслабили, сейчас мы в норматонус приводим мышцу вот здесь. Посмотрите вниз. Ну, вот так, вниз смотрим глазками. Глаза закройте, смотрим вниз. Сверху пальчиками проникаемся за глазное яблоко. И зафиксировали глазное яблоко именно сверху.
и начинаем стараться посмотреть наверх, а пальчики зафиксировали глазное яблоко и не дает вам посмотреть наверх. Мы вошли в технику постизометрическую, статичное напряжение, 7-10 секунд сидим, отдыхаем. И таких сделайте еще два подхода. Следующее упражнение. Смотрим наверх. Пальцы, только глаза закрыли, да, закрытыми глазами. Смотрим наверх, да, закрытыми глазами. Теперь пальчики снизу. И стараетесь посмотреть вниз. Переводите вниз глазное яблоко. Пальцы вам не дают это сделать. И также в напряжении сидите 7-10 секунд. Расслабились. А следующее движение у нас есть здесь глазодвигательные мышцы и здесь. Сделайте рогатку и захватите глазное яблоко. Тоже проникнитесь чуть внутрь, захватили глазное яблоко. А сейчас вы начинаете смотреть влево. Захватили глазное яблоко и стараемся перевести глаза вправо, а пальчики вам не дают это сделать. Напряжение. Сидите и расслабились. Три подхода. Теперь смотрим вправо. Пальцы зафиксировали глазное яблоко. И начинаем переводить глаза влево, а пальцы вам не дают это сделать. И опять три подхода. Опять взяли, зафиксировали и еще раз повибрировали. Ну, таким образом. Но вы сидите, вы шею на излом не держите, но все вниз, шею, и сидим, шейка расслаблена, и еще раз повибрировали, расслабляем глазки. Вибрируйте столько, сколько вам потребуется. Разогрели ладошки, приложили, и вглядываемся в черный цвет. Ладошками можно не докасаться, просто нам важно, чтобы было тепло. Воздействовало на глаза, мы сидим и спокойно расслабляемся. Расслабляем наши глазки. Сделайте круг в одну сторону и в другую. Наверняка вы ощутили, что ваши глаза уже легче и свободней двигаются по кругу. И если вы будете делать это упражнение 3 раза в неделю, во-первых, вы достанете запавшие глаза, станете лучше видеть, уйдет напряжение, потому что зрение возрастное, это же бывает еще из-за спазма мышц. Одна из причин, одна. Выполняйте это упражнение 3-4 раза в неделю, примерно через день. Ваши глаза станут более юными.